Ну что, друзья, пойдем по улицам Темрюка показывать наши затопления. Жесткие затопления. На самом деле, я сразу же вернусь домой, если снова начнется сильный ливень. Начинаются проходы. То есть вот дома, и вот оно все стоит в воде. Друзья, все это реально не шутки, потому что многие домовладения уже затоплены. Надо очень аккуратно идти. Улица Горького, Темрюк. Ух, тут люк. О, это опасно. Без сапогов, без плаща нефиг сейчас выходить на улицу. Вот оно все сверху, оттуда льется. Кошки. Животным сегодня будет очень несладко. Очень даже жалко. Кот плачет, не знает, что делать. А улицы все течет. Вот оно все. Все это поступает в дома. Пока я иду всего лишь по одной улице. Почему, вы спросите, все бежит, все течет? Потому что Темрюк находится на большой горе, мыске. И поэтому вся эта вода устремляется вниз к Кубани. Стоят дома. Я не знаю, здесь сантиметров, наверное, 20 воды точно есть. Вот она непогода по-темрюкски. Местные жители еще будут долго отходить от этого ливня. Это реально тропические ливни идут. Со шквалистым ветром. Вот оно все. Вода подступает к домам. И это только день. Я не знаю, что будет к вечеру в Темрюке. Я не знаю, что станет с Темрюком после такого ливня. Этот ливень будет сильнее, чем в Керчи. Говорят, что за последние лет 10 это самый сильный ливень. Своими глазами вживую такого я никогда не видела. Чтобы дома просто на всех подряд улицах стояли в воде. Напомню вам, что сегодня пятница, 13 августа. Дождь идет уже сутки. Господи, бедные жители тех домов, которые пострадают. Тут только откачивать.
Ну, все, эти дома уже подтоплены точно. Вот так вот. В воде просто некуда уходить. И она скапливается в домах. Где может, она течет вниз по горам, а где нет, она вот так вот застаивается. Здесь конкретно затопило, люди откачивают воду. Это жесть. Это все. Если смогут, они откачают воду, но чуть-чуть, и она будет уже поступать в дом. Ох, я не могу на это смотреть, друзья. Вы сами все видите. Ох.